Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Приветствую вас. В этом выпуске я расскажу свои соображения по ситуации на рынке, по топ-альтам, в том числе это будет Ripple, Stellar Lumen, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Эфир, ну и, соответственно, сам биткоин. Выпуск постараюсь особо не затягивать, поэтому поехали. Что касается биткоина, биткоин у нас до сих пор находится в ценовом канале, это 6400-6500. По биткоину хотел бы обратить внимание, то, что каждый раз, когда у нас с вами просаживается к нижней границе локальной, его моментально откупают, сразу же появляются объемы. Что-либо делать с этим активом я сейчас не вижу смысла, по той причине, что точки входа нету. В точке входа это 6300 долларов, 6200 долларов, поэтому по этой точке входа мы с вами уже заходили. Соответственно, сейчас ждем гармоничных движений к уровню 6800 и выше. По Bitcoin Gold актив у нас достиг уровня 30 долларов, и есть ли смысл его сейчас продавать, довольно многие интересуются. Так как он сейчас консолидировался и полностью идет за движением битка, я считаю, что нужно наблюдать за ним. Если же вы все же хотите зафиксироваться, то это сделать можно, уровень покупки будет 28,5 долларов. Соответственно, если вы хотите сейчас гарантированный профит, то, конечно, можно продать, а получится по 1,5 доллара с монеты. Но я все же хотел бы посмотреть хай этой монеты. Если, соответственно, у нас какие-то будут резкие объемы на продажу, ну, половину актива, наверное, зафиксирую. Ситуация по Bitcoin Cash у нас схожа с ситуацией по Bitcoin Gold. Соответственно, напрашивается коррекция. Единственное, что в Bitcoin Cash есть инфоповод на продолжение роста. Соответственно, хотел бы обратить ваше внимание, то, что когда там 14-16 числа его будут сливать, это в свою очередь должно хорошо отразиться на цене биткоина, так как в основном биткоин кэш торгуется в паре, соответственно, биткоин кэш. Теперь, соответственно, о более интересных активах, это Ripple и Stellar Lumen. На данный момент обе монеты пропампили, соответственно, Ripple у нас пропампили до уровня 53 центов, а Stellar Lumen у нас пампили до 26 центов. Соответственно, так как в Ripple я не входил, здесь никаких действий предпринимать я не буду, но скажу так: если бы у меня был бы Ripple на данном уровне, я бы его сливал. Еще раз повторюсь, соответственно, то, что говорю за себя, ну, это было бы моим решением. А Stellar Lumen я решил зафиксировать половину. Соответственно, профит, полученный мной от предыдущего закупа, составил 8%. Почему вижу смысл сейчас фиксироваться? Потому что здесь есть две ситуации. Первая, если будет продолжаться боковик биткоина, здесь вполне логичен откат от этого пампа. Второе, если у нас будет рост биткоина, соответственно, у нас также будут эти альты переводить в биток. Ситуация по эфириуму. Эту ситуацию я рассматривать сейчас не вижу смысла, потому что он у нас не дошел до своего предыдущего хая, и рассматривать сейчас покупки или продажи эфириума, ну, просто нету смысла. Напомню вам, что его предыдущий хай это 225, ну, 230 долларов, давайте округлим. Соответственно, исключительно от этой цены можно уже будет рассматривать какие-то дальнейшие движения. По эфириуму сейчас смотреть совсем локальную ситуацию, то она также не ясна, по той причине, что, ну, не ясно, коснулись мы локального хая, либо мы будем его пробивать. Поэтому по эфириуму пока что я считаю, что нужно воздержаться от торгов. В общем, свое видение по рынку я вам обозначил. Да, возможно, сейчас ситуация выглядит оптимистично, то, что там рынок зеленый, действительно, какой актив мы в прошлом не входили, сейчас везде у нас в плюсах. Но все равно считаю, что на рынок надо смотреть спокойно. Друзья, больше времени вашего отнимать не буду, помогайте каналу развиваться, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Все это продвигает видео, ну и, соответственно, развивает наш с вами канал. Работаем.